Барселона, Будапешт, Стамбул, Варшава, Вильнюс, родной Минск. Эти волшебные кадры сделала семейная пара Денис Бурмакин и Татьяна Косяк в своих путешествиях в прошлом году. Из 2000 фото в арт-проект вошло 29. Фрагменты зданий, парки, набережные, авто и мосты сливаются в симметричные узоры и издалека напоминают разноцветные камни. Здесь отражаются, как в калейдоскопе, площадь Гедемина в Вильнюсе, кафедральный собор в Барселоне и знакомая набережная парка Горького. Денис снимал с высоты крыш и колоколен, на закате и рассвете. Для оригинальных фото Татьяна применяла авторскую технику коллажа. Каждая работа отзеркалена на 4 части. Получились панорамы больших городов, которые крутятся в нашей голове на все 360 градусов. Мы живем в невероятное фантастическое время, когда перемены, события наступают с калейдоскопической скоростью. И здесь очень важно найти какую-то точку фокусировки внутри себя или точку опоры. Мы хотим сказать, что надо уметь остановиться, выдохнуть, посмотреть на все, насладиться моментом, насладиться картинкой. Поэтому сквозь каждый калейдоскоп можно увидеть какую-то деталь одного из городов. Виртуальное путешествие. На выставке можно окунуться в культуру разных стран. Отношения с Минском у творческого союза особенные, ведь в любимом городе со многими местами связаны лучшие воспоминания. Набережные Свислочи, пестрые дворики Троицкого, Оперный – топ любимых мест семейной пары. Характер Минска – динамичный и неожиданный. Были вот такие вот яркие закатные облака, и мне показалось, что очень символично, когда они свисали над этой надписью «Минск – город-герой». Это память о наших предках, о прошедшей войне, о героическом подвиге города. Ну и опять же, это все прослеживается в архитектуре, рубленые линии. Вот здесь вот проходят парады возле стелы, это вид моего балкона. Очень удобно снимать. Минск, наверное, стал каким-то городом-шкатулкой, в котором можно найти очень много сюрпризов. Есть масса каких-то тонкостей, нюансов, которые проявляются именно во внимательном рассмотрении города. Поэтому не поленитесь, сходите на нашу родную Свислочь, посмотрите вокруг, послушайте пение птиц и почувствуйте, как прекрасен именно этот момент. Выставка «Городские калейдоскопы» в художественной галерее Университет культуры во Дворце Республики будет радовать минчан и гостей столицы до 22 февраля. Вход свободный, так что спешите насладиться моментами красоты –